С Ауди, да. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Приехали в церковь посвятить Пасхи. Нашу корзину, короче, одним это словом. Наша новая машина. Мы все ее купили из Америки. Номер я вам показывать не буду. Кто знает, тот догадается, что это за модель. Идемте, поснимаем вам. Итак, мы приехали. Вечернее богослужение. Смотри, чтобы это не упало, Стас. Покрывало. Повышу не упало. Покрывало, чтобы не упало. Смотри, что повышу не упало. Он как раз свет. Ну, мы бежать не будем. Надо где-то. Ну что, один круг только идет. Потерял все-таки. Не-не, нормально. Да пока свечки еще купить. Не-не-не, мы сейчас посвятим, потом будем ходить. А, он сюда. До света. Да нафиг. Я свечи куплю. Нет. Давай. Что было? Да. Ну так у нас отсвятит Пасхи. Да, слышался к смерти живот и бессмертный, тогда ты вертился в листание божества. И даже умерший я от преисподника светилась, и вся сила небесная жива, а Бог, я возьму и страдавший Христе Божий наш слава тебе. Пошли, куда мы там? Да. Сюда сколько? Сюда одну, да? Да. Там за поворотом встанет. Ну да, топится. Да, еще на открыт. Нет, надо было тут поставить. Кого? В Пасху. А, в Пасху у нас как полиция. У меня есть печь. Два метра, тряпка.
вам газетку дать у нас лишнюю? Не, не надо, спасибо. Тебя сфоткать? Нет. Только на твой телефон. Не надо, господи. Ничего нет. Красивые цветы. Угу, красивые. Да. Да. А давай сейчас пришли по маслу. Слава спасения, души на здравие ваше. Черный человек пришел. Слава спасения, тело и здравия всему вашему роду. На церковный нужно это мы на вечернем освящении. Да. Господи, забыла слово. Не трогай, будет опасно. Когда же умерший я, Господь воскресилась, вся сила небесная взывала, жизнь надавших лице Боже наш, слава Тебе. Ну, ты да. Боже, помощь в понедельник работает. Понятно, поломали. Thank you.
Да, дома. Ты хочешь нести? На, неси аккуратненько в ручку. Все, дома будет. Да. Мужчина, что вы так долго? Да. Это мы входим в церковь. Здравия справа, за упокой слева. Юрий, пошлите пока за упокой поставить. Я покажу. Я знаю, да. Народ возрастал, умножался в Руси. До тех пор, как восстал, надо спросить, что их тут не ставят. Ну это нельзя. Ну это просто ставьте, а мы будем. Это прилево стороне решили ставить. Давай, поджигай. Поджигаем, подноси. Подгнем. Ничего страшного. Давай. А зачем он это подпаливать? Чтобы оно стояло, чтобы оно приклеилось. Я еще вижу сюда. Оно уже потухло. Я вижу. За здоровье поставлю. За всех вас поставлю. Что у меня дно? Домой. Нам не хватит. Не-не, та один. Поставлю. Одно ставлю. Идем. Да.
Теперь можно говорить «Христос воскрес», да? Да, да. С того, как освятили мы Пасху. Да. Всех с праздником. Ну, я думаю, тут мы должны заканчивать наше видео. Да. Так что все ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.